Ну что, друзья, я вас всех приветствую на моем канале Рыбалка-рыбалочка. Мы выехали наконец-то половить сазанчика сегодня. Возможно, карась будет, но основная рыба — это сазан. Основная наша цель сегодняшняя. Ловить будем как на удочке, так и на фидре пробовать. Сейчас ищем место по-быстрому. Это озеро. Вот. Такая красота здесь просто неописуемая. Лягушки, всякие птички, трава зеленая уже, вот красота такая. В общем, ищем место, папа вон деловой сегодня на стиле. Папа на стиле. Всем привет. Мы на нашем прогрессе. Вот, и Мирам еще с нами, он пока там ездит, ищем место. В общем, сейчас будем рыбачить. Всем желаю приятного просмотра. И погнали. Ну чё? Всем привет. Вот дед Мирам, приехали мы. Поздоровайся, мои подписчики. Там и твои подписчики есть. Всех приветствую, друзья. Сегодня мы выехали на рыбалочку. Ну чё? Это всем место? Привет. М? Да. Чё, посмотрим. Как он говорит, пачка сигарет лежит. Нашли. Смотрите, какая красота, да? Вот здесь прям узенько, это получается самое этот начало. И здесь где-то еще родники есть. Ну что, короче, сейчас мы раскладываемся и будем рыбачить. Так, ну что, на один крючок, как всегда, кукурузинку. Так, кто первый поймает? У нас соревнования. Даже две. Вот так вот. И сюда. Так, крючки нормальные. И на второй червячка наденем. Все, в принципе, по... классики. Такая вот ситуация. Для сазанчика можно не жалеть. Так, удочку закинул, пока ждем, замешаю немного прикормки. Вот здесь у меня что-то есть такое со жмыхом, добавим жмыха и немного, что тут у меня, анис, карп-карась. Так. Место, конечно, очень красивое. Прям такое атмосферное. Мне кажется, надо побольше жмыха добавить, потому что здесь рыба не привыкшая к прикормке. И, возможно, красный цвет ее немного смутит. Так. Я еще фидера с собой взял. Сейчас фидер закинем, попробуем. О, поплавок что-то там двигается потихоньку. Ну, конечно, будем надеяться, что сазанчик проклюнется. У нас сейчас жара, 30 градусов. Утро, 8 часов. Красота. Просто красота. Так, Мирам тут тоже снимает для своего канала. Он тоже ведет блог о рыбалке. Так что
Я ссылочку в описании оставлю. Переходите, смотрите. Опа, поплыл, положила. Смотри, повел. Опа! Что это? Карась! Карась? Карасик. Первый карасик. Смотри, какой. О! Классно? С пиявкой на червячка. Все в прямом эфире. Первая поклевка. Ставим лайк. Какие-то интересные длинные караси, да? Не, он наоборот такой, видишь, упитанный такой. Это с икрой. Красавчик. Я поймал. По чинам тебе. Каразик. Давно мы этого ждали, да? Да. Таких поклевочки такие. Супер. Вот и первая рыбка поймана. Я рад. После зимы просто красота. Я еще не прикармливал. Они прикормили, но они прикормили пшеницей. Я вот намешал такую тему. Сейчас, наверное, фидер закинем. Поплавочку не знаю, пока прикармливать или нет. Сейчас фидер попробуем. Если будет что-нибудь на него брать, то можно, в принципе, будет. Но фидер, скорее всего, я чисто на сазанчика, на кукурузу. Ну, или кукурузу с червячком, посмотрим сейчас. Вчера сделал. Вот, ну ждем. Ждем поклевочки. О, ложит. Пробует карасик. Да, что-то там пытается, смотрите. Красота. Просто красота. Да, щупает кто-то там. Кстати, друзья, у меня новые фидерные удилища появились. Сейчас я вам покажу. Вот такие две палочки от Хигаши. Хигаши Кой. Один 3,60, второй 3,90. Так, ну здесь 3,90 это, конечно, слишком, поэтому 3,60 сейчас развернем. Вообще красота. И попробуем половить на них что-нибудь. Палочки классные. О. Опа, поплывок что-то там у меня. Так, 3,6 с тестом до 120 грамм. Четырехсоставные они, вершинки сменные. И катушечку я тоже новую взял. От фирмы Писцефан. Карбон X моделька. Сейчас я вам покажу. Они прям подходят просто шикарнейшим образом. Красота. Красота. А нет, я ошибся. Это трехсоставники. Плюс вершинки. Во, какая палочка. Красота просто. Я не могу нарадоваться. Так, теперь нужна катушечка. Катушечка, вот она. О, смотрите, какая. Красота просто. Вообще. Я ее как увидел, сразу захотел себе. Она такая стильная. И просто шикарно она подходит. Плетенка здесь у меня намотана тоже от фирмы Писцефан. Ссылочки, если что, в описании. Все будут. Так. Пока удочка стоит, можно, в принципе, фидер оснастить. Попробуем все-таки прикормить. Чуть-чуть.
Ох, красота. Так, связал вчера, в общем, я вот такую тему. Кормушка 70 грамм, других не было в магазине. А свои мы забыли все монтажи, поэтому пришлось, короче, на месте все делать. Вот, из флюра поводочек и крючок от фирмы Кой. Такой больше карповый, побольше крючок взял. Сейчас сюда мы немного червяка и кукурузу. Ну, такую серьезную, короче, снасть надо замутить нам, чтобы весь сазан в шоке был. Он уже, наверное, в шоке, столько рыбаков со Станы приехало. А сазан здесь есть крупный. Ну и вот такая тема у нас получилась. Так, поплавок что-то там играется. Кормушечку забьем. Вот. Красота. Все. В принципе, можем отправлять. Фрикцион. Вот затянем. И куда-нибудь вон туда вот я кину. О, вот так вот. И надо придумать подставку. Сейчас мы это все замутим. О, пошел опять. Красота. Оп. Ну, вообще малыш, конечно. Малыш. С порванной жаброй еще. Порванной жаброй? Ага. Тут щука, думаешь? Не, его кто-то ловил, вон, видишь? Опа, серьезно дергает. Подсечь, что ли? Точно. Рыба есть. Есть? Не, уже нету. Есть? Нет. Есть? Нету. Не, маленький карасик, видимо. Червяк здесь. Вот он и дергает. Он точно клюет. Пошел. Пошел, братишка. Ого! Смотри, какой чувак. Мы такие здесь не ловили ни разу. Тарань, плотва. Не, чебак это хорош. Хорош чебак. А у меня на крючках-то нет ничего, ё-моё. О, какой. Покажи. Давай, карась. Карась, карась. Ветерок поднялся немного. Ну это в принципе не страшно. Здесь мы низко. Вон, берег высоко. Красота. Все этого ждали. Рыбалочку на поплывок. Щука у нас пока не клюет, еще рано. Вода еще в русло. И шим в русло не встал. Поэтому на щуку еще рано ехать. Выехали вот на карасика. На сазанчика. Но пока клюет карась. Но сазан тоже клюнет. Так что ждем. Пока можете лайк поставить. Чаек попить. Жара уже. Хоть и раннее утро, а уже жара. У нас как-то быстро лето наступило. Давай. Друзья, поздравляем всех с праздником, с Днем Великой Победы. Всех поздравляю с 9 мая, ребята. И для сейчас вас посвящаю песню. Грамм.
песня. День Победы. День Победы, как он был от нас далек, как в костре под ушим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы. Порохом пропах, это праздник, с сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Там вот получается за дамбой, здесь за дамбой, там большое озеро, как бы основное. Вот там мы хорошо ловили сазанчика, но он весь такой вот маленький был. Ладошек чечневой в основном чуть побольше иногда попадался. Но туда мы сейчас не поехали, потому что сказали, что здесь ловили сазана. Ну вот мы и ждем, в принципе. Вот мы и ждем. Тащит карася. Папа красавчик. Так, ну все, я пошел туда. Лови пока сазанов. Ну или карасей вот таких. Вот это возьми с собой. Да. Вот такой вот малыш. Так, а я сейчас пойду туда вот за дамбу. Там большое озеро. Второе. И попытаюсь там поймать. Мы там хорошо раньше ловили. 2 года назад. Поэтому стоит попробовать. Там сазан в основном. Карася там вообще почти нет. Сазан и карп там. Так. Ну, прикормку я брать не буду, наверное. Нет, буду. Что бы мне это все взять-то? Ладно, я прям вот так, короче, пошел. Все, собрал удочки, фидер взял. Смотрите, какая красота тут. Вот. Иду вон туда вот за дамбу сейчас. Покажу вам озерцо. Мощное. Фух, вот прикормку червей так по чуть-чуть набрал. Ну, идти, кстати, прилично. Вот так вот. Надо фотку здесь сделать обязательно. В Инстаграм закинем. Инстаграм Андрей, нижнее подчеркивание, 225. ВК тоже, друзья, добавляйте. Если какие-то вопросы есть, задавайте. Всем отвечаю. Так, вон там тропинка. Идем туда. Природа супер. Ну вот, собственно-то, я и дошел. Фух, такая вот ситуация здесь. Мне надо к тому тополю прийти. Фух. В принципе, нормально. Не так много идти. Но порядком. Сейчас еще обойти надо вот эти вот. Там он собирает щебень. Фух. Чего не сделаешь ради рыбалки? Наше место. Воды нормально здесь. Вон, посмотрите, здесь камушки, щебень. Расположимся здесь. О, молодец, Андрей. Так. Первым делом фидер закину сейчас. Кинем. Далеко сейчас куда-нибудь. Вот так вот. Вот это шикардос. Вот это заброс. Такс. Глубина здесь тоже, в принципе, большая. Короче, сейчас мы вот так положим на ветки, на кустик. И пусть клюет, потому что подставку я не брал. Здесь я нигде не вижу. И нечего-то и подставить. Так.
А вот здесь вот такая тема. Сейчас насадим кукурузу тоже. Глубина здесь очень большая. Вот такая примерно. Ну что, друзья, все, я расположился, нашел. Нашел подставку под фидер, палку сделал. И вот такая вот ситуация. Фидер пока молчит, а поплавок клюет, смотрите как. Ого, что-то дергает, что-то дергает. На дно я положил поплавок, ну полулежачее состояние такое. Но обычно здесь только сазан клевал. Редко-редко попадался зеркальный карпик и чебак. Чебак иногда. Ну вот сейчас что-то там поддергивает. Посмотрим. Сейчас что-нибудь поймаю по-любому. Фидер пока молчит, что интересно. Я его вот далеко закинул. Давай, сазанчик, давай. Но это вряд ли сазанчик клюет на удочку, потому что какие-то супер слабенькие эти. Наверное, чебак мелкий. О, ого. Потянул. О, потянул. О, о, о. Опа, опа, опа. Смотрите. Клюет что-то. Что-то клюет. Я аж дернулся, испугался. Давно мы ждали всю зиму. И вот наконец-то такая рыбалка, еще и тишина, такая красота вокруг, благодать. Природа, погода, все шикарно. Поэтому рыбачим, друзья, ставьте лайки, обязательно поддерживайте. Для вас стараемся. Снимаем качественный контент. Ну давай уже, что ты там клюешь-то, ёпрость. Пора уже взять нормально. А не вот эту вот ерундой заниматься. Фидер вообще ни разу не дернулся, что интересно. Опа, положил. Опа. Какая-то мелочь. А нет, сазанчик, сазанчик. Друзья, сазан. Ха-ха-ха, ура! Какой он здесь худой стал. Что с тобой случилось, братишка? Братан. Ай. Смотрите, какая рыбка красивая. Вот он. Вот он. Красавчик. С усиками такой. Но он здесь какой-то длинный сейчас. Это вообще странный какой-то стал. Обалдеть. Первая рыбка есть. На поплывок это просто кайф. Просто кайф, друзья. Сейчас насадим кукурузы. Братан, пришел на прикормочку. Пришел. Есть. Смотрите какой. Красавец, красавец. Идем сюда. Это сазанчик. Это сазанчик. Хороший. Хороший парень клюнул. Ха-ха, ура! Ура, ура! На кукурузу с червяком. О! Сазаневич. Вот, вот сейчас я прям супер. Надо позвать деда с папой. То я же на разведку тут ходил. Вот где надо рыбачить сразу было. А не там этого карасяндрика таскать. Так, еще одного ловлю. Надо звать деда с папой. Ну вот я только закинул сразу. Смотрите, сразу клюет. Просто сразу вообще моментально. Ну это не. Это ли несчастье, а? Друзья. Пошел. Ух ты.
Ладно. Интересно, вот так близко будет клевать, нет? Ну, вот это поклевка. И положил. Есть. Ну это просто красавчик. Просто красавчик. Вот опять сазанчик. Не могу оторваться. Надо звать деда с папой. Вот сюда я хотел изначально с утра, но они меня переубедили. Типа там крупный клюет, все дела. Здесь, вот смотрите, ну только закинул, он сразу и прет. О, пошел, повел. Сразу просто. Ну это капец. Там уже на крючках толком-то нет ничего. Не зря я сюда пошел. Поэтому, друзья, всегда надо искать рыбу. Вот видите, как получилось. Сидели там сколько? Часа три, наверное, четыре. Да, три. Два часика. Сюда пришел, вот я 10 минут сижу, 15, уже три сазанчика, поклевка на каждом шагу. Но это вообще. А с утра бы мы уже сколько натаскали тут вчетвером, это капец. Вот фидер единственное не клюет почему-то. Давай, клюй, и я пошел. Ну вот, хорош. Вот красавчик. Так и надо, так и надо. Ложит, ведет, но это... Вот и очередной сазанчик. Вот он и очередной сазанчик. Вот малышка. Ой, это карпик. Карпик зеркальный. Ребят, смотрите, тоже такой длинный. Красивая очень рыбка. Карпика можем отпустить. Пусть гуляет. Так, все, я пошел, короче, звать мужиков. Позвал я их. Иду обратно. Пить хочу, капец. Но все у них. Я же налегке пришел. Ну что, продолжаем ловить сазанчиков. Красотень. На поплавок сразу. О! Хорош. Хорош. Сазаневич. Ох, как приятно. Смотрите, какой сазанчик хороший. Офигеть. Вот он, вот. Вот это уже нормальный такой. Не длинный, а как надо. Прям за верхнюю губу. Вот это красотень. Еще крупнее. Офигеть. Я говорю, сейчас попрет. Я же говорю, мы сегодня поймаем сазана, ребят. Поймаем. Офигенно. Ух ты, как положил. Нифига себе. Вот это улов. Вот это мощь. Вот это подсечка. Видимо, на этих... Блин. Смотрите, видимо, собрались они на прикормку мою. Сазанчик клевал, а подсеклась эта ерундень. Чисто так случайно попалась. Не в том месте оказаться, не в нужное время. Так, кажется, куда-то повел. Потащил. Лег. Опа! Есть контакт. На червя клюет. Поставил червя, потому что что-то на кукурузу он дергал. Так. Неужели он сегодня червя предпочитает? Опа! Так, наконец-то приехал папа с дедом. У меня там клюет, кстати. За это время я поймал где-то
штук 70 зайчиков, наверное, одного карасика. Вот. Сейчас пока тишина. Ну, мы прикормили. Ждем. Пока надо чаек попить. Обязательно. Кто я ждал, так этого чая, блин. Дождался, наконец-то. О, кайф. Так, в общем, сазанчик клевать перестал. Время час дня, поэтому сейчас сматываемся и вечером, скорее всего, приедем. Не знаю, посмотрим, как будет клев. Если что, обязательно отснимем. Вот наш улов. Сазанчики красивые. Ну, самых крупных я поймал, как всегда. И карасики маленькие. Вот. Такие вот красавцы. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Думаю, видео получилось классное. Поддерживайте лайком, комментарием обязательно. Всем не хвоста, не чешуи и хорошей рыбалки. Осталась водичка из основного озера стекает. Дед говорит, здесь карасики маленькие. Посмотрим. Поснимаем. Чё? Вон там в муте они. В муте? Давай поймаем. Да, ну, нафиг, нафиг, нафиг. Пойдем, я тебе другого надо покажу. Вон, 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 вот, ну, а, вот. Здесь ловил, разделся. А я туда дальше пошел. Сейчас, папа. Иди вперед. Так вот вода-то сюда течет, блин. Ну. А, вон они. Видишь? Ага. Сейчас посмотрим. Вон они, стая гоняет. Ну, кстати, вот, таких у нас и... есть, а ну... Вы таких и поймали, кстати. Они сачок куда-то вылезут, нет? Не знаю. Но все равно они сдохнут, да. Можно под сакой выловить. Ну. Так, вон там я, по-моему, еще выкидывал. Иди возьми под сакой. Сейчас ну, там камни, как под сакой выловить? Да, мне кажется, можно их шугнуть. Там еще есть. Вот так вот. Вот они. Ага. Да, да, да. Ну вот он дохло уже вон сколько. Там полно он дохло. Ну. Ну, малыши остались самые. Давай пакетик куда-нибудь. Давай их перебросим туда. Ноги пока доведешь сдохло. Нет, туда. Ну, малыши поостались, и он чуть-чуть уже сдохло. Да даже не чуть-чуть. Надо было с собой пакет взять. Сейчас мы, короче, их чуть-чуть спасем. Да. Капец. Все, дальше нет, Саня. Можешь не идти. Сейчас, короче, пакет возьму, перекинем туда в основное. Да. Вот так вот вода ушла, а карасик остался маленький. Сазаны, видать, все там. Она вот сюда идет ручейком маленьким, но, блин, все равно же умрут они. Сейчас высохнет. Вот здесь сейчас попробуем под саком загребсти. Здесь их тоже много в этой муте. Ну их видно вон. Вон, видите, вода идет. Да. Ну сколько сможем спасем. Так что делаем, короче, добрые дела. Иду за пакетом и под саком сейчас поймаем их. Малышей. И вот сюда вот основное выпустим. Куда-нибудь там подальше, чтобы они там были. Это жалко же. Вот. И вечерком поедем на сазана вон там, на крупного попробуем порыбачить. Не знаю, буду снимать, нет. Поглядим. Да, дед говорит, вот здесь вот сейчас он пасся, этот сазан крупный, по килограмма 2-3. Вот здесь вот мелкого здесь. И он ходил. Прям на берегу почти. Он не клевал. Так, ладно, берем под сак сейчас. И идем спасать малышей. Собирай. Воды не надо налить, нет?
Ну, да нет, там. Ой, вон там вообще, смотри, малыш. Их они уже некоторые покусаны птичками. Они даже не сопротивляются. Ну, они уже. Пошли сюда. Ну, сейчас я вот здесь буду собирать. Так я уже говорил, что спасаем. Вот они, малыши. Сейчас мы вас перебросим в нормальную жизнь. Мирам уже перебросил. Некоторые уже дохлые, вон плавают. Там? А, блин, я его пытался. Одного я, по-моему, несколько раз. Да ё-моё. На один он здесь долго не протянется. От скуки. Вот этого одного, а вот поймал. Так, ну здесь не осталось живых. Да, живых. Все, здесь нет. Там чебака надо. Чебака? Вот здесь этого? Вот. Чебака поймали. Пойдем дальше. Сюда. Под саком там уже надо. Так. Спасательная. Спасательная операция продолжается. Ну. В этих сапогах ты не зайдешь. В этих, да, не зайду. Да не, мне кажется, вот так вот можно. Или нет? Но если вот так их загнать. Вон один залетел. Еще залетел. О, одного поймал. Сейчас я пойду попробую руками. Ну блин, их здесь много же вон. Ну что, полный пакетик набрали. О, ну смотри, смотри. Разбегайся. Так, еще кто-то остался. Вон тот пошел, что-то где в кармашке плавает. Да не, они сейчас оживут. Да? Да. Вот берега надо и так. Давайте. Идите отсюда. Нифига не живут. Да живут, оживут. Сейчас они привыкнут, уйдут отсюда. Давайте, пацаны. Ну, некоторые, конечно, умрут, но почти всех мы спасли. Куда все. Они уходят, возле берега ходят. Ну, сейчас они оклемаются. Снимается. Если будет ехать, то он скорее раз и воткнулся в землю. Ну, он сейчас оклемается. Как под наркозом. Половина же уже уплыла он. Даже больше. Вон валяется. Они это уходят. Не, они сейчас уплывут. Нормально. Ну, может, частично и не этот, но все равно. Ну, не все уплывут, но да. Ладно, поехали. А, машина ж вот, я уж туда ушел. Сил сейчас нету. Да, у них сил нету. Ну вот, друзья. Спасли мы карасиков. Делайте добро. Да? А? Делайте добро, говорю. Все, всем пока.